Лето – самое время для спорта. И любительская футбольная лига «Щелково» продолжает свой турнир. Так идет пятый тур. И здесь, на поле универсального спорткомплекса Подмосковья, одновременно проходят две игры. На одной стороне поля сражаются щелковский «Подзембургас» и команда из Ивантеевки «Глобал», на другой – пушкинский «Автолицей» и фрязинский «ФСК». Турнир открытый, проходит ежегодно, так и в этом году в нем принимают участие команды не только из Щелково, но и соседних городов. За победу в четырех дивизионах борется порядка 60 команд. Определенным образом на организацию состязаний повлияла пандемия. Сезон получился короче, а потому спортсменам придется выложиться на все 100 для достижения результата. В этом сезоне мы играем в один круг, то есть команды не имеют права на реванш. И за счет этого, за счет укороченного сезона, турнир становится более конкурентным и более непредсказуемым. Впереди еще 6 туров первенства любительской лиги. И кто именно выйдет в финал, предугадать нельзя, но одно известно наверняка. Победит сильнейший, а позже представит округ на областном турнире. Победители отбираются в Лигу чемпионов и Лигу Подмосковья, то есть на чемпионате области участвуют. И, кстати, в это воскресенье, в ближайшее, «Заря» едет в Солнечногорск играть четвертьфинал с местной командой «ЦЗЭП номер 7». А «Автолицей» отправляется в Дмитров играть с действующим чемпионом Московской области, Дмитровским. И, может быть, кто-то из наших команд выиграет чемпионат области и отберется на чемпионат России. Анна Бальет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.